Автомобиль «Лифан» остановили на трассе в Череповецком районе. Автолюбитель с двумя пассажирами ехал из Вологды. Все несовершеннолетние, шоферу всего 17, следовательно, водительское удостоверение не получал. Документов на машину при себе тоже не имел, а еще с признаками опьянения. Парень прошел освидетельствование на месте. Состояние алкогольного опьянения данного водителя установлено. С результатами свидетельствами согласны. Машину эвакуировали на специализированную стоянку, но компанию доставили в отдел полиции. Оттуда их забрали родители. Полицейским предстоит установить, как компания оказалась на трассе. В тот же день инспекторы ГИБДД Череповецкого района остановили автомобиль Opel Astra. Оказалось, водитель права управления лишен. На него составили материал, а автомобиль отправили на спецстоянку. На следующий день за машиной приехал друг собственника. По базам проверили и его, и выяснились интересные подробности. При проверке водителя по базам данных было установлено, что данный череповчанин также лишен права управления транспортным средством, при этом он водительское удостоверение свое не сдал. Водительское удостоверение у гражданина было изъято. Также при проверке по базам данных было установлено, что у него имеется неоплаченный штраф в размере 500 рублей, и который подлежит административному наказанию. Мужчину доставили в суд, где ему вынесли наказание в виде 5 суток ареста. К слову, в этот день у гражданина был день рождения. Отмечать придется позже. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева. Новости.